Роман Зенцов является одним из самых ярких и запоминающихся бойцов эпохи зарождения смешанных единоборств в нашей стране. Всем стилям боя он предпочитает старое доброе рубилово в стойке, а его пушечный боковой удар при точном попадании, казалось, мог сбить с ног слона. Нокауты в его исполнении вошли в золотой фонд истории мирового ММА. И сегодня мы с вами посмотрим один из малоизвестных, но при этом очень зрелищных поединков с участием Романа, который состоялся в 2002 году на турнире в Греции. Противником россиянина стал местный боец Михалис Делегионакис, носивший боевое прозвище «Крокодил». Он был базовым кикбоксером, обладал грозной внешностью и, как и Зенцов, всегда был готов вступить в жесткий обмен ударами, каждый из которых обладал огромной мощью и мог легко вырубить соперника. Так что бойцы были достойны друг друга, и вряд ли такой бой мог дойти до решения судей. Новый год уже не за горами, а значит, самое время задуматься о подарках. Компания «Великоросс» предлагает замечательные вещи, которые не только верой и правдой будут служить своему владельцу, но и навсегда сохранят тепло ваших искренних чувств. Ремни из натуральной воловьей кожи – это безупречное качество, всевозможные расцветки и модели и изысканное горячее тиснение. Каждый из них упакован в оригинальную подарочную коробку. Конный, богатырский, сталинградский, десантный – у «Великоросса» для каждого мужчины найдется ремень по душе. Еще вашему вниманию предлагаются крутые кожаные аксессуары – бумажники, картхолдеры, ключницы с красивыми узорами и жизнеутверждающими лозунгами. В магазине также представлены ножи «Великоросс» из различных марок оружейной стали, упакованные в кожаные ножны с горячим тиснением и в деревянный пенал с изысканной гравировкой. И, конечно, беспроигрышный подарок – набор хлопковых правильных носков, которые упаковываются в оригинальные сувенирные коробки. Подарки от «Великоросс» доставят радость и счастье от обладания крутыми качественными вещами или от их дарения родным и близким. Переходите по ссылке в описании и приобретайте подарки со скидкой по промокоду М1. Yeah.
Спасибо.